Если взять за основу таблицу потребностей Маслоу, то человек может двигаться к вершине самореализации лишь в том случае, когда удовлетворены его базовые потребности в еде, одежде и безопасности. Моя фамилия Павловская Татьяна. Я представляю интересы людей с инвалидностью, статус которых не трудоспособны. Миссия моего социального проекта состоит в создании инклюзивного театра. Миссия моего проекта – подавание детей в Украине, в Вене, путем создания инклюзивного театра. Ну, путем создания рабочих мест для штатных сотрудников, для людей, которые будут иметь возможность работать по совместительству, по заключению гражданско-правовых договоров. И моя предложенная модель есть чистейшим классическим примером социального предпринимательства, поскольку юридической особой, засновником театра, выступит общественная организация инвалидов. То есть прибуток, отриманный вид деятельности театра, будет идти на потребы набувачів громадської організації згідно пунктів статуту в рамках закону України. На данный момент моими партнерами выступают Департамент культуры Киева, Украинский культурный фонд, Театр коммунальной собственности Киева, Театр имени Ивана Франка, Театр фольклорной Дорогиня, Театры частной собственности Сузилья, Черный квадрат, Новый украинский театр. А также нами заинтересовались представительства Германии, именно Институт Гёте, Британская Рада, помощи протягивает благотворительный фонд «Каритас», факультет режиссуры и театроведения университета имени Карпенко-Карого, реабилитационный центр инвалидов города Киева и, конечно же, Национальная ассамблея инвалидов Украины. Моя фамилия Павловская Татьяна. Чем вы деньги зарабатываете, Павловская Татьяна? Все классно, где деньги? Время. Я готова к сотрудничеству. Готова обменяться номером телефона с людьми, заинтересованными в данном проекте.